Вчера воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи города над Бугом посетили необычное занятие – урок вдохновения. Именно он открывал выставку графики под названием «Адлюстрование часу», которая уже в четвертый раз проходит в Бресте. Тема, замысел и главные цели за все время существования остались неизменными – обмен опытом и творческими задумками. Изменилось только географическое положение. Вместо традиционного музея спасенных художественных ценностей сегодня более 170 картин юных художников украшают родные для многих стены Центра дополнительного образования. Графические виды изобразительного искусства, они очень близки детям. То есть вот такая лаконичность формы и цветовое решение, и идей очень много у детей. С каждым годом интерес к выставке Биеннале только растет. Все больше ребят предоставляют для отбора свои работы, все больше картин становятся участниками экспозиции, все больше гостей ее посещают. И это прямое доказательство значимости и необходимости проведения подобных мероприятий. Благодаря им юные дарования имеют уникальную возможность найти единомышленников и друзей или просто выразить свои мысли, эмоции и чувства. Второй раз в этом конкурсе участвую. Ну, как бы интересно. В прошлый раз была просто тушью нарисована, в этот раз уже нарисована более интересно. Работа представлена в виде церкви. Я рисовала церковь. Ну, в основном, как бы для меня архитектура более интересна. У меня привели родители в первый день открытия ЦВР. И я сразу же пришла, начала заниматься рисованием. И там, сначала я начала рисовать разные там картинки. Это очень такие, как все дети рисуют, к примеру, солнышко, цветочек. Я участвую в этом как первый раз. Дополнительным подарком и настоящим сюрпризом для ребят было участие в церемонии открытия берестейской художницы Анны Редько. Мальчики и девочки, которые сегодня только начинают свой путь в искусстве, с большим интересом и вниманием слушали советы настоящего мастера кисти. Такое общение – отличный стимул для развития и проявления своих способностей. Оно дарит уверенность в собственных силах, дает понять и поверить, что не существует невозможного для того, кто действительно чего-то хочет всем сердцем. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.